История Александры Ефимовой как о Золушке, ставшей принцессой. В 15 лет из России она с матерью переехали в США, штат Мичиган. Вспоминает, в школе было нелегко, одноклассники не любили эмигрантку. Она занималась танцами и старалась не обращать ни на кого внимания. В 20 лет в университете решила рискнуть, взяла на реализацию 3 коробки танцевальной обуви. Продала, взяла еще. Александра сама занималась танцами и хорошо знала, кому и как продать этот специфический товар. Сегодня магазин Russian Pointe находится на одной из центральных улиц Чикаго. Здесь в каждом размере 1500 моделей. Клиенты едут из разных городов. Пуанты, которые продает Александра, делают в Москве, сохраняя традиции классического русского балета, используя современные технологии. А Александра умело их продает, постоянно изобретая новые маркетинговые ходы. В прошлом году начали проводить семинары для оптовых клиентов, объясняя, что такое твердость стельки, полнота и закрытость пуантов. Реклама, если и нужна до сих пор, то больше имиджевая, потому что когда-то совсем маленький бизнес Александры Ефимовой сегодня известен многим в этой части Америки. Для меня доказательством, что я сделала правильный выбор, чтобы заниматься бизнесом в принципе, и заниматься именно этим бизнесом, что каждое утро, когда я просыпаюсь, я хочу здесь быть, я хочу продолжать развивать бизнес. У меня возникают новые идеи бизнесов в других отраслях или новые идеи, как развивать то, что я уже сделала. Так что для меня это самый главный показатель успеха и правильного решения. Одновременно материальная сторона, она тоже является показателем успеха. И когда человек имеет выбор, сколько он работает, выбор, куда он путешествует, какой стиль жизни он имеет, и имеет свободу выбора. И также возможность помогать людям, которые это нужна. Либо это благотворительная работа, либо это семья. То для меня это тоже часть успеха.